По какому принципу вулик и шланги нападают? Пытаются залочить стрелковый стек и нанести максимальные потери. Бьют по самым слабым, как правило, а если чувствуют, что могут убить сильного, могут ворваться в сильным. Механика улика в 90-м и, допустим, в 60-м разная. В 60-м они будут бить в мясо, а в 90-м они могут въехать прям в ангела, блядь, со старта. То есть надо понимать это в зависимости от того, какой улик, как что. Но желательно все просто, то есть логика примерно какая, что ты ставишь мясо в шестой, точнее свой стрелковый стек или какой-то важный стек, там в шестой слот, например, да. А, например, мясо каких-нибудь гремлинов там ставишь в третий слот, чтобы они близко стояли и чтобы шланг летел так, чтобы залочить стрелковый стек, но при этом ударить в этих гремлинов. Как-то так. Понятно, у них триггер залочить стрельбу. Естественно, они пытаются залочить стрельбу и так далее. Могут полетев баф сбить. Могут в теории, но не целенаправленно. Они в основном бьют еще коцаного юнита. То есть очень интересный момент бывает, когда там ты можешь там уткой, не знаю, ну как бы они видят, что утку могут добить коцаную, могут по ней полететь. Если утка целая, например, на ней слабости нету, то по ней не бьют, да. Как с ответки получает слабость, они уже в нее начинают врываться. То есть там настолько на тоненького надо понимать, как это работает.